нас программа стартовала, вы все знаете, вот на 18-м съезде партии Нур-Отан, Елбасы наш, первый президент, да, Нурсултан Абишевич Назарбаев, дал конкретное поручение местным исполнительным органам по обеспечению, значит, многодетных семей квартирами. В соответствии с этим, значит, мы внесли программу «Енбек», называется, программа развития продуктивной занятости массовой предпринимательства, изменения, где разработали, значит, программу «Нурлы ЕРТС», и эту программу включили в программу «Енбек». Значит, если так простыми словами сказать, что город Нур-Султан включили в регион переселения. Вот с 1 мая по сегодняшний день мы, значит, не считая сегодняшнего дня, уже переселили, значит, 102 семьи. Это более 600 человек. Более 600 человек. Сегодня, вот, как я говорил, 208 человек. Итого у нас 851 человек едет в город Ростов. Значит, какие условия? Условия, первое, трудоустройство. Ну, у нас, например, есть такое тепличное хозяйство, Гисенхаус. Заработная плата минимально составляет 120 рублей. Кирпичные дома новые, что и квартиры заедут. Мы их вещи уже загрузили. Два КАМАЗа поедут за нами. Там выгрузим, вручим ключи. Учился я здесь, работал здесь. Получается, 11 лет я здесь в Астане. Ничего не было сгружено головой здесь, там, с семьей здесь жили. Вот здесь только на ноги, потихоньку на ноги встал. У меня трое детей.